Лев, кто это? Лев, это мультики. А вот это лед. Made of ice. Лев, посмотри, какой большой лед. Доброе утро! Вы на канале Леонардо the American Boy. И мы сегодня на завтраке с мультиками. Называется Green Eggs and Ham Breakfast. Cat in a Hat. Кот в сапогах. Ну и что? Thing. Ты проснулся или нет? Ну пошли. Ярославне в час разлуки, Ярославне в час разлуки, говорил, наверное, князь. Хмуриться не надо, лада, хмуриться не надо, лада, для меня до смех награда, лада. А вот где наш завтрак. Масечка, плавно, а Вилка. Там вилочка. А что мы, Лео, взяли? Маш. Я твою мать. Подожди, мама сделала. А папа взял большой омлет с грибами. Мама тоже, наверное. А что ты пьешь? Какой? Orange juice. Лео, что это? Что это, Лео? Громче скажи. Я. Правильно. Лео, что ты кушаешь? Лимона не удастся. Тебе нравится мороженое? А ты машинка майонезная. Ешь, не хочу есть. Тебе нравится? Машинка майонезная. Автобусик, который поет. А я, ты будешь есть? Да, да. А Лео кушает свое мороженое. Нам на самом деле было сложно заставить Лео. Ему пришлось выпить почти весь стакан сока, чтобы получить мороженое. И он почти выпил. Да? В спортзал на самом верхушке. Здесь люди худеют, а чуть вправее толстеют. Сели в игровую комнату. И будем кумкать. Берега не видно. А мы продолжаем играть. В Монополи лидируют пока что миллионер Илюша и миллионерша Аня. А чем миллионерша? И магнат железной дороги мама. Да. А папа с последние гроши собирает. Лео, Подождите, кто кидал? Спустя 4 часа игра закончена, и у нас оказался миллионером Иван, владелец всеми зелеными и всеми синими. Он должен Ане $3000.
Следующий миллионер по богатству – мама. У нее железная вся дорога, все синие и все зеленые. Она должна Ане… Сколько вы должны? 1000 баксов. Следующий по миллионам – это я владелец вот этими всеми. И я Ане должен… 150 баксов? 1200. И следующее по миллионерству – это Аня. У нее на каждом своем доме гостиница. Это максимум, что можно быть самым богатым. И у нее даже две бесплатные путевки из тюрьмы. И ей должны… И у нее имущество, короче, около… На руках у нее налички не так много. Сколько баксов? 300? Но люди ей торчат очень много. А сколько тарелок? Бесчисленное количество. Говядина, креветки, чикен. Чего? А Лео устал. Да или не да? Вот что Лео принесли. Вау! Тортик. Сразу берем ложечку. И мое любимое, my favorite. Thank you. Enjoy. We will. Аня, what do you have? I forgot what I have. У папы такое же, как у меня, у мамы неплохо, смотри. Одни витамины. Лео, с чего начинаем? Начинаем с водички. Вот это, допивай. И потом будем морковку. Стену знаменитостей. И вот эта фотка, чья это она, просто забирайте за бесплатно. Иначе надо платить. Ну, эта фотка будет баксов 10. Берем. Да, эта фотка. Так что спасибо. Последний день круиза. Все устали. И все расслабляются. Такой месс в доме, надо готовиться. У меня очень русская прическа, простите меня. Такая русская прическа, что некуда деваться. Как, друзья, вы поняли, мы собираемся домой, а Лео считает, что он должен сесть сюда. Закрывать? Закрывать. Окей. Пока. Обошлась. Бай-бай. Очень большой. Ты очень большой? Очень большой. 9 часов, как и все люди. Мы выложим вещи и ждем, пока за ними придут люди, которые их заберут до 11 вечера. А сами же мы отправляемся в джакузи последний раз насладиться горячей водой. Ой, я не верю. Видно, что это было или нет? Нажимай, Лео, на 10. Выше. Аж вот это. И куда мы идем на ночь? Куда мы идем на ночь глядя? Мы идем в ночное джакузи. Вот оно.
нам пришло письмо, что нас приглашают поговорить с customer сервисом перед тем, как мы вычекаемся. Чекаут. Не знаю, как по-русски. Ну, то есть выйдем. Поэтому мы пришли в очередь guest service. И мы сейчас будем разговаривать с людьми, как нам правильно вычекаться. Okay, this is what we found out. Нам было $241 надо было заплатить, но поскольку мы давали наличку чаевые всем людям наличкой, сняли ну, $241 просто простили, а наоборот у нас осталось кредит, который нам подарили. Поэтому мы еще можем скупиться на баксов 10. Идем дальше. So not we're brother. Awesome, thank you very much. That's a good souvenir. So мы от детского отделения получил Лео сувенирчик, футболочку и раскраску. Camp Carnival. А здесь что мы видим? А здесь мы видим детский аркейд. Даже не детский, а просто аркейд. Дети играются. Nice bike! Игра, естественно, это все стоит пару центов или пару долларов, но это столько развлечений. Ну, мы идем дальше. Сейчас, Лео, вручаем сувенир от детского департамента. Это карандашики, которым ты будешь раскрашивать эти все, проходить эти все задачки. Это наклейки? Вау, столько наклеек! И самое классное, Лео подарили футболочку. Смотри, какая футболка, ну примери. Только что вышел, но 11 часов, ветер, ураган. Я только что вышел с джакузи, и мне холодно.